Всем привет, дети мои! С вами 3Dog Night, и вы слушаете радио Новости Галактики. Да, это не та игра. Всем привет, дорогие друзья. С вами Намбат. Мы в игре Miss Survival. И мы едем на охоту. Так как продукты начинают потихонечку портиться, заканчиваются. Мы поедем сегодня охотиться, добывать мясо и также прихватить парочку кур. Стой. Зомбаки мне принесли лут. Ха-ха, нифига. Тут еще один где-то лежал. Что-то так подлагивает немножко. Странно. Вроде обновлений никаких не было. Нифига тут зомбаков. Тряпок-то сколько. А, вот где тряпки брать. Я думал, блин, если они закончатся, то что делать? Картошка. Листик. Так. Нифига их тут было сколько ночью. Нифига себе, вот это лут, вот это лут. Ладно, все, поехали. Итак, выезжаем на дорогу, и поеду я охотиться в те места, где мы начинали с вами игру. В тех местах есть и олени, и куры, и, возможно, даже медведи. Сейчас не помню уже. Так, надо только вот этот бандитский дом объехать побыстрее. Что-то я не понял, я проехал поворот, по-моему. Ладно, а здесь, кстати, вот медведи возле мотеля бывают, точно. Не, здесь мы не поднимемся. Придется развернуться. Так, пролетел быстро мимо бандитов, что даже не заметил вот этот поворот. А, вот он почему. Потому что тут грунтовая дорога. Поэтому и не заметил. Так, сейчас машиной я распугаю, конечно, всю живность здесь. Поэтому вот до сюда доедем. Бросаем здесь тачку. У меня есть винтовка, у меня есть лук с охотничьими стрелами. Правда, стрелы всего 3. Вот. И пойдем охотиться. Так, машину я бросил там. Подошел я к этой башне и офигел. Я увидел вот здесь вот таблеточки какие-то. Как они там называются? Эти обезболивающие, получается. Так, копье будем тоже делать. Поэтому возьмем с собой ветку. В машине появился лут. Вообще пусто. Ладно. Так. Олени, по идее, обитают где-то вот в этих краях. Ага. Так, он меня, похоже, заметил, раз убегает. Нет? Не, не убегает. Просто уходит. Так, я куда-то не туда выстрелил. Попал, но не ваншотнул. Хотя эти стрелы должны ваншотить. А где моя стрела? А, вот она. Отлично. Я в него попал или это другой олень? Не знаю, но теперь, похоже, я остался вообще без стрел. Если это были два разных оленя, они сейчас убегут в разные стороны. Стой, не убегай. Ладно, ты побежал туда, я знаю. А, мне нужно колчан, добавить стрелы. А, у меня есть огненные так-то. Но, так, теперь у меня есть одна стрела. Огненные я что-то не хочу по оленям выпускать. Так. Где он? Паразит. Убежал с моей стрелой в голове. Как он выжил вообще? Ладно. Просмотрим местность. Вот эта тележка должна быть разрушена. Так, где у меня тут кувалда? Может быть, пока я ломаю, олени придут обратно? Тихо, я куда покатился? Так. Странно, куда они делись-то все? В одного выстрелил, сюда побежал, во второго выстрелил, сюда побежал. И никого здесь нет. Да, вот тебе и охота. Надо, значит, больше стрел делать, чтобы можно было оленей-то завалить. Потому что патроны-то тоже ведь будут кончаться. Вообще нет оленей в округе. Может, он побежал и упал потом где-нибудь? Типа от ран скончался. Странно. О, перья нужны, чтобы делать новые стрелы.
Я вообще не вижу здесь оленей. Ладно, вернусь обратно. А, вон олень побежал. Они здесь зареспавнились. Либо это третий был. Так дело не пойдет. Пусть остановится. Там двигатель лежит, что ли? Нет, что-то красненькое. Ну-ка. Компоненты. Ничего себе. Так, олень. Бежит. Надо его не упустить. Блин, ну так я в него не попаду, он за горой. А ближе не подойти, он начнет убегать. Ну ладно, пусть спустится вниз. Ага. Короче, я так понял, стрелы их не берут. Стоит задом. Мне бы ему в голову попасть. О, этот со стрелой был. Отлично. Значит, я и стрелу себе верну. И домой не с пустыми руками прибуду. Так, мне нужно только достать отсюда ножик. Пополнить колчан. Положу сюда еще одну стрелу. Так, теперь разделываем. Что мы можем у него взять? Мясо. Так, из ног ничего. Мясо, шкуры. А эти кишки непонятно для чего. Жир. Ну, мясо тоже нужно. Ну, где-нибудь вот так. 4 кусочка. Хотя, может быть, надо все мясо. Да, все мясо заберем. Блин, 4 часа разделать я не хочу, поэтому от кишок надо отказаться. Они, в принципе, особо никуда не нужны. И давай разделываем. Главное, чтобы туман не начался сейчас. И у меня, похоже, места в инвентаре не хватит. Даже места хватило? Ничего себе. Так. Осталось найти еще одного оленя со стрелой в голове. Я так понял, они рано или поздно появляются возле своей первоначальной позиции. Пока я разделывал, прошло почти 4 часа. Возможно, он где-то здесь снова появился. Пойдем смотреть. О! Так. Их было изначально трое, поэтому не факт, что это тот, который со стрелой. Поэтому... Да, я не вижу в нем стрелы. Ага, к машине побежал. Но я его убивать, наверное, не буду, потому что... Куда мне столько мяса, шкур и всего остального? Я вот еще куриц бы хотел найти, но их почему-то здесь сегодня нет. Хотя в этих краях они обитают обычно. Сейчас проедусь на машине по округе, может быть, услышу их где-нибудь. А если не найду, то я знаю еще одно место, где можно куриц найти. Вот там, кстати, тачку можно разобрать. Ну ладно, не будем. Сильно засиживаться на охоте тоже нельзя, потому что мясо начнет портиться. Поэтому надо возвращаться на базу как можно скорее и начать обрабатывать это мясо. Где-то... А, вот, вот оно место это. Вот здесь, по идее, куры тоже обитают. Но либо у меня какой-то баг, то ли что, я не пойму. Почему-то их не было. И в той локации тоже. Это что такое? А, нифига какая текстура интересная. Листья на камнях. Так, здесь слева медведи живут. И по идее куры тоже должны быть где-то, но я что-то их не наблюдаю, опять же. Пройдемся пешочком. Посмотрим. О, курица. Есть курица. Стоп. Так. Одна, вторая. Отлично, две курицы есть. Заберем обеих. Обоих. Короче, заберем их себе в курятник. Только там медведи обычно обитают, а теперь там куры. Вообще интересно. Так, а они машину боятся, интересно, нет? А вот и медведь. Блин. Так, ладно, тогда вот эту сначала ловим. Иди сюда, курица. Ко мне, сказал. Только не прыгай со скалы, сумасшедшая курица. Я же ноги из-за тебя тут, блин, переломаю. Стой, стой, как тебя поймать? FFF. Все, поймал. Фу, главное не травмировался. Там медведь уже рядом. Надо добежать до машины и сбросить курицу в багажник. Кузов нашего пикапа. Давай, 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 давай. Так, как тебя сбросить? Ой, ну ладно, сиди так. Че у тебя с крылом? Кстати, у меня же и корм есть для них. И вода, блин, два медведя. Ах ты, скотина, побежала в сторону медведей. Иди ко мне, а. Нет, так она тоже видит. Зараза, там два медведя. Если я на них нарвусь, мне вообще не поздоровится.
Да, очень близко, очень близко. Очень близко. Блин, из лука получается тоже не ваншотнуть медведя, если даже оленя не убить. Это очень печально, я думал, будет лучше. Ну и копьем тоже, значит, не получится его. Зараза, ваншотнуть. Ё-моё, какой он быстрый. Фу. О-о-о-о. Ладно, посмотрим, может быть, его разделаем. Курица, блин, я из-за тебя с медведями сражаюсь. Иди сюда. Ко мне, сказал, сейчас второй медведь получит. Скотина, она бежит прям к медведю, специально как будто. Нифига, он меня оттолкнул. Зараза, где курица? Она выжила? Стой, скотина, сказал. Ее что, с дробовиком нельзя в руки взять? А ну иди сюда. А что, ее вообще нельзя поймать, походу? Либо надо очень близко подойти. А ну стоять. А, можно, можно. Фух, поймал. Фух. Минус сколько? Куча патронов с дробовика. А что это она там перелезла через кузов? Я не понял. Летает тут над лобовым стеклом. Так, ну-ка, садись сюда. Ты, иди сюда. Ох, они орать будут на базе. Ну, хоть повеселей будет. Так. А, они ходят, вы не охренели? Ну-ка, иди сюда. Куда пош... Ладно. А если вот так вот? Ага, вот как надо. Я понял. Да блин. Как до той-то теперь добраться? Так за ними гонялся, что аж пить захотелось. Так, ну-ка. В кузов. Все, ей голову крышкой пикапа придавило. Так, надо, наверное, ягоды съесть. То место занимают здесь. Главное, чтобы медведь новый на меня никакой не нарвался, пока я тут пью. Ой, нам бы жира, конечно, с медведей подоставать. Так что можно попробовать здесь просто в кузов закинуть мясо. Я надеюсь, куры его не сожрут. Так, еще место поосвобождаем. Во! Нормально. Так, пошли тогда медведей разделать. Во, один тут рядышком есть. Мне нужно же биотопливо делать, поэтому жир и шкуры. И может свежего мяса тогда набрать? Да не, и так 4 часа разделывать буду. Это же сейчас туман начнется, мне кажется. Начинается туман. Вот это полноценная охота. Оленя убил, куриц поймал, медведей убил. Так, ну я надеюсь, все это не выпадет из кузова, если я поеду. А, я походу не смогу поехать, да? Да. Так, а что мешает? Лут. Соберем лут. Так, все уже не влезает. Надо сюда скинуть, попробовать. Попробовать. Нет, шкуры большие, это точно не вариант. Или это курицы, блин, не дают поехать нормально. Ну-ка, иди сюда. Куда она делась? Я тебя не отпускал. Блин, а как тебя закинуть-то туда? Во, сиди на борту. А тебя? Вот на этот борт. Во! Блин, коробка не берется. Ну-ка, мясо туда. Все, могу поехать? А, они выпали. А куда они делись? Или это так показалось? Не, сидят. Блин, ну они выпадут так. Это проблема просто. Зараза. Ну-ка, а так? А так я ехать из-за них не могу. Блин, да что ж такое-то? А как я должен возить кур домой тогда? Странная хрень. По одной в руках? Подожди, а я могу с ней за руль, наверное, сесть. Ладно, а если... тихо, не умирай там. Я теперь застрял из-за этих куриц. А если так? О, вот так сидят, нормально, в воздухе. Поехали. Главное не потерять их по дороге. Тут был туман, походу, пока я разбирал медведя на запчасти. Ага, пустой. Кстати, ночные зомби, они какие-то странные. Они в одежде вообще. О, орут две. Все нормально, едем домой.
А вот и наша база. Заезжаем. Только бы не перевернуться, я с курами еду. Все. Привез обеих кур. Сейчас мы закроем ворота. И пойдем их в курятник заселять. Так. Раз. Ну-ка. Посмотрим. Открываем забор. Куда-нибудь сюда ее. Раз. Ой, как громко орет. Интересно, отсюда будет слышно? А, ну тут это орет. Надо ее тоже туда унести. И посмотреть, из дома будет их слышно или нет. О, она ходит тут. Ползает еле-еле. Так, им надо воды налить, получается. И... воды налить, воды налить. Так, ведро у меня есть? Или из чего им? Из бутылки наливать надо? Ведро. Ну-ка, давай наполним ведро. Выбрось доску. Пойдем воды нальем, потом попробуем покормить. А потом займемся мясом. Ой. Так, одна там, одна здесь. Хорошо. Давай. Ведро. 30 литров, ни хрена себе, еще можно два ведра принести. Но это мы потом. Так, сюда. Ведро пока сюда. И возьмем корм. Посмотрим, как это работает. Так, воды я вам налил. Вы пьете ее? У них хрена как вода уменьшается. Уже 2 литра выпили, но они напились. Теперь надо им еды дать. А как вам еды дать? А, просто в руки взять? Или как? О, насыпать можно. Ни хрена. Давай, какой кнопкой? Нет, не этой. А какой кнопкой сыпать корм? А, вот, левая все-таки, да, получается? Я 2 мешка им рассыпал. Блин. Но они едят. О, они пополняют шкалу еды. Прикольно. Только я слишком много корма рассыпал. Ну ладно, кукуруза есть. В принципе, еще наделаем. Интересно, как часто их кормить-то надо? И тут получается Бобби. Бобби. Можно изменить имя на В. А, DogTag required. Ну вот, все понятно. Нужен жетон собачий, чтобы изменить имя своей курицы. Охрененно вообще. Логично. Так, одна будет Бобби, а вторая будет... куда делся жетон? Только что. Не взялся. Так, жетон сюда. А он не берется? А, и он должен быть просто у тебя в инвентаре, что ли? Сейчас разберемся. Ножик уберем, чтобы не мешался. Возьмем один жетон. Так, один будет Бобби, а второй будет... стой. Эдит, да? Можно типа стереть. А второй будет... Намбат. Окей. Так, это Бобби, это Намбат. А чё? Блин, жетон потратился реально. Ё-моё, да вы мне дайте зайти-то сюда теперь. Они меня теперь не пускают к себе в курятник. Ладно, все, я пошел тогда. Воды вам еще потом принесу. Ведро забираем. Так, корм есть. Все, теперь ждем. Будут ли они нести яйца нам? По идее, должны. Но хотя говорят, вроде в этом обновлении игру сломали или игра сломалась. Короче, они несут нам больше яйца. А раньше в старых версиях игры это работало. Посмотрим. Так, а также посмотрим, влияет ли как-то смена имени. Может быть, та курица, которой я поменял имя, теперь не будет нести. Или наоборот будет. Посмотрим, короче. Может быть, им надо обязательно всем менять имя, чтобы типа как приручить. Так, надо скоро за водой уже ехать, если у меня эти прожорливые курицы столько пить будут. Сейчас мы им еще нальем 10 литров. Ну все, почти полная поилка. Пойдем теперь мясом заниматься и шкурами. Так, ведро на место. Шкуры. Шкуры развешиваем. Где они у меня тут? Вот здесь. Раз. И два. Ага, промахнулся. Так, сюда мне нечего повесить. А мясо? А где все мясо? А, оно в пикапе. Я не растерял его, интересно. Надеюсь. Блин, ничего не берется уже. Надо пойти разгрузиться. Так, я пока здесь накидаю лишнего. То, что у меня место занимает в инвентаре. И берем мясо. Еще мясо. Картошка. А, все влезло. И таблетки даже влезли. Хорошо. Так, идем к костру.
Смотрим, мы можем пожарить, а можем приготовить мясной суп. 4 порции. Для этого нужна одна морковка. Морковка у меня, по-моему, еще была. Если она не испортилась, она лежит в холодильнике. Вот, она уже почти испортилась. Кстати, мясо закинем в холодильник. А сколько надо, чтобы приготовить? 2. Все, морковка есть, это есть. Вода нужна. Есть бутылка у меня, но в ней мало воды. Сейчас надо еще сюда выложить, наверное, вот это вот дело. Потому что мясной суп у нас должен куда-то складываться. 4 порции. Так, значит, мясной суп. 0,75 воды. А куда воду наливать? А, вот сюда, да? Давай ведро тогда. Ведро. Наполняем водой. Несем сюда. Нажимаем на котелок. Ставим сюда ведро. Заливаем 4 литра максимум. Больше не влезет же. Вот, налил сырой воды. Не этой, небезопасной. Что-то даже больше потратилось немножко. Вот. А теперь мы можем готовить мясные супы и овощные супы. На овощной суп у меня нет брокколи, поэтому делаем мясной. Так, ну естественно, готовить буду не я, а Рэйчел. Так, надо для этого еще костер разжечь же, да, получается. Ну-ка, давай. Разжег. Так, а куда я досочку выкинул? Вот она. Так, женщина, ну-ка готовить быстро. Скот, отойди. Куда мне там дрова-то закидывать? Вот сюда. Час 45. А сколько готовиться будет? 15 минут? А, и она не хочет готовить. Я понял. Иди еще раз. Я что, непонятно объясняю? Я тут на охоту, значит, езжу, а она не хочет готовить. Так, давай теперь жир. А какого хрена? Она опять не хочет готовить. Ладно. Видимо, костер стоит как-то неправильно, и может быть надо... А, сейчас я не могу ее повернуть. Зашибись. Не, нифига, им не нравится. Да, и повернуть я сейчас не могу. Видимо, из-за того, что... короче говоря, вот надо вот так повернуть. Подожди. Блин, у меня сейчас все ресурсы, скорее всего, пропадут. Стой, 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 стой. Поверну. А, все, он забаговался. А, вообще шикарно. Теперь будете готовить, нет? Так, я вот это уберу, чтобы не мешалось. Куда-нибудь пока вот на грядку поставлю. Я уже голоден, алло. Готовить будем? Нет, сегодня. Так, жир плавить я же не смогу пока готовиться что-то, да? Блин. Какого хрена, а? Отойди. А, повернуть все. Оно сломалось. Все поломалось, надо игру перезапускать. Готовить не хотят. Какого тебе хрена еще надо? А, рендер... Да, я не могу жир... плавить, потому что, ну короче, ладно, сам приготовлю, толку от вас никакого. 15 минут у нас варится мясной суп. Раз, два, три, четыре, падает в инвентарь. Ну все, я вот тогда сам буду есть, с вами не поделюсь. Так, теперь плавим жир быстренько, пока есть время. Раз, два, три, четыре, пока костер горит. Нифига я жира надобывал. Раз, два, три, четыре, и еще 5 штук остается. Надо тогда дрова подкидывать, потому что он долго будет плавиться. Во. И как раз сэкономим сегодня на освещении. Блин, придется потом игру перезапустить, повернуть этот котелок и проверить еще раз, будут они готовить или нет. Еще и в ящик встала. Ну, блин, вообще молодец. Отойди. Я сказал, отойди. Ящик отдай. Отдай ящик. Все, вот так. Ящик будет стоять вот здесь теперь. Отлично. Уйди. Бестолочь. Да, не поворачивается костер. Пока там что-то готовится. А, насчет голода. О, как раз мясной суп надо съесть. Что он нам прибавляет? Очень даже много прибавляет. Неплохо. Ну все, можно ходить на охоту. Единственное, картошка и морковка у нас падает из зомбаков и из бандитов. Поэтому придется воевать. А для этого надо стрелы тогда делать. В больших количествах. Так, картошку закинем в холодильник. И... еще шкуру привез. Нифига. Надо ее тоже будет развешивать, сушиться. Это как быть-то-то тогда? Это надо ее здесь бросить. Пусть валяется, чтобы я ее потом увидел и поднял. Молоток сюда, это сюда. Ну все, пойду разгружусь тогда. И буду плавить жир, а потом посмотрим, принесут ли нам куры яйца.
А еще я слышал такую вещь, что когда у тебя появляется курятник и в нем есть куры, то на твою базу будут приходить бандиты, типа пытаться ограбить. Я не знаю, раньше в старых версиях игры так работало, а сейчас даже не знаю, как это работает. Бобби отдыхает, Намбат ходит, короче. Он пошел есть? Он пошел поел. Ой, точнее, попил. Получается, а еда все пропала? Интересно. Так, а что вы нам пока ничего не принесли, да? Надо пойти лечь спать и на утро прийти проверить. Ладно. Надеюсь, они не сбегут у меня с курятника. Сколько время? Так, мне нужно убедиться, что костер будет гореть долго. А он очень быстро сгорит. Сейчас все эти ненужные доски сожгу. Пойду еще наломаю вот там вот. О, сколько дров. А, это, кстати, не дрова, это были нормальные доски. Ну, тогда отсюда полено одно прихватим. Так, вот эти вот закинем. Ой, они там по минуте добавляют-то. А, все, больше 2 часов просто нельзя жечь костер. Понятно. Так, листик. Листик выбросим где-нибудь на улицу. Также с прошлой серии я немножко переделал себе освещение на базе. Прожекторы поставил 2 на крышу дома. А остальные... А, даже 3 на крышу дома. Получается, один еще вот здесь стоит, с этой стороны. Вот там вот. А четвертый я уже забыл. А, он стоит у меня на вышке, но он стоит выключенный. Он у меня такой, чисто вспомогательный. Если я захочу, я залезу на вышку, его смогу там передвинуть, куда-нибудь направить, куда мне надо, и он будет туда светить. Вот, например, заводим генератор, тот выключен на вышке. Здесь у меня появилось освещение. Получается, неплохо. В доме тоже есть освещение. Для гаража надо еще будет одну лампочку скрафтить. И холодильник теперь работает, да? Мы хотели проверить вот эту банку и вот эту банку. 90,5%. Находим любую и... То же самое. Но единственное, что... Значит, мало времени прошло. Я слишком мало времени пользовался включенным холодильником. И, возможно, это как-то повлияло. Тут также есть мясо еще, картошка, да? И супы. Пойдем посмотрим. А его надо включать вообще как-нибудь, нет? Ну-ка, дай пройти. Там же на генераторе можно тоже управлять нагрузкой, по идее. То есть, вот здесь вот. Ага, холодильник включен. Прожектор включен, включен, включен. В смысле? Все 4 включены? Серьезно? Такого быть не может. Ну и настенные лампы, да, включены. А вот какого хрена все эти-то включены? Получается, тут потребление показывается. У меня на 4 дня 22 часа хватает топлива пока что. И, в принципе, на вот это вот количество... Что это значит? А, если будет перегрузка, то, наверное, будет турбомод активироваться и больше топлива просто будет тратиться, я так думаю. Да, уйди, генератор. Подожди, а он все-таки светит, что ли, получается? Надо слазить на башню. Я же его выключал. А, его здесь вообще нет. А куда я его дел? Стопэ. А, вот он стоит. Все, я его с башни снял, получается. Поставил сюда на крышу навеса, и он светит на ворота. Все, понял, все 4 рабочие. Вот здесь один. Здесь один. И с той стороны дома вон он один. Кстати, тут можно даже на озеро смотреть. Неплохо. Там костер горит. Круто. Кстати, топливо-то я нашел в прошлый раз. Оно у меня, оказывается, вот 1,5 литра и 1,5 литра. Целых 3 литра лежало вот здесь вот как раз. На котелок нажимаешь, вот здесь оно лежало. Так что сейчас поплавим. Можно по часу спать, подходить, подкидывать дрова и плавить дальше. Так что это будет долгая ночь. Ну а на этом, я думаю, все. Как-то так. В следующей серии мы проверим, работает ли курятник. Ну и, может быть, еще чем-нибудь позанимаемся. Что-то еще построим на базе, чего у нас нет. На шахту надо скататься за медью. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Discord ВК. Всем удачи и пока. До новых встреч, друзья.